Все профессии нужны, все профессии важны, но современные тренды явно демонстрируют, рабочих рук катастрофически не хватает. Рынок труда продолжает меняться и требует умения приспосабливаться. Гуманитарные профессии, лидеры кадрового рынка на протяжении многих лет, постепенно уступают место другим специальностям. Рост экономики и промышленности региона и страны зависит от гармоничного кадрового состава населения. Рабочие профессии, учителя, преподаватели и медработники. Специалистов этих профессий работодатель ждет в первую очередь. В условиях дефицита кадров меняется и система вознаграждения за труд. Очень многие работодатели, производственники говорят о том, что недостаток квалифицированных рабочих кадров приводит как раз-таки к упадку производства, и они готовы платить достаточно высокую заработную плату именно по рабочим профессиям. При этом представители власти города четко понимают свою роль и миссию помощи молодым специалистам. Отмечена необходимость дальнейшей организации профессиональной ориентации и профессионального обучения молодежи. Это понимают и на Смоленской атомной электростанции. Благодаря сотрудничеству Смоленской АЭС и Десногорского энергетического колледжа создается ряд мер в помощь молодым специалистам. Организованы проекты наставничества, практики и трудоустройства выпускников колледжа. Сейчас за два месяца, вот за январь-февраль, уже трудоустроено трое ребят тоже с образованием в Десногорский энергетический колледж. То есть ребят стали трудоустраивать, они успешны, они чувствуют себя, они необходимы. Будущее промышленности региона в целом и Десногорска в частности зависит от стратегических шагов, которые делаются уже сегодня. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.